Внимание! Данное видео имеет чисто развлекательный характер. Я ни в коем случае не ставить перед собой цели, а оскорбить кого-либо. Приятного просмотра. Меня зовут Большой Гарри. Да, мне это имя моя бабушка дала. Я родился 7700. И поэтому меня прозвали Большой Гарри. Братан, здорово! Вы такой красивый. Спасибо, мне так многие сегодня говорили, кстати. Я вот первый раз в чат рулетку залезу посмотрел, и мне все такие красавчик такой. Вообще. Я часто улыбаюсь. Из-за этого я красивый, да. У меня моя улыбка досталась от моей бабушки. И, кстати, меня бабушка назвала Большой Гарри. Я родился 7700. Да. Привет. Привет. Как дела? Отлично. Меня зовут Большой Гарри. Как? Большой Гарри меня зовут, да. Ты такой прикольный. А знаете, как я умею? Хотите показать, как я умею? Покажи. Смотрите. Понравилось, да? Да. Ты такой классный. Спасибо, мне тоже бабушка говорит, что я самый классный у нее, да. Нет. Меня зовут Яна. Яна? Красивое имя, да, Яна. Меня. А меня Большой Гарри. А, вообще-то я говорил. Не, бабушка сказала... А ты случайно там не какой-то актер загримированный? Я на актера похож? А еще многие говорят, что я похож на Филиппа Киркорова. Ну, в молодости, наверное. Да, он сейчас старый, а мне всего 47. Я еще мужчина молодой. Моя бабушка сказала, нельзя дружить, там мальчики плохие. Они курят, там пьют и все такое. Вот мне вот 43 года, я не пью и не курю даже нисколько, понимаете? Очень классно. Да, я не курящий, не... у меня еще бицепсы есть. Вау. Да, я качаюсь. Да, я вот, я ищу, вообще-то я ищу невесту. Да, я в интернете залез и, короче, написал знакомство. И мне вышло вот это вот знакомство, чат-рулетка. Вот я, короче, сел сюда первый день, я смотрю, так вот прикольно, так все такие интересные. Я нашел одну женщину тут. Ее зовут Аня. Она сказала, что за мной приедет. Она меня любит. Я ее люблю, у нас любовь. Это было круто. Действительно, на самом деле, это нет, было прикольно. Очень круто. Да. Спасибо. Угу. Да. Вот, ну прям молодец. Я люблю прям... свою бабушку. Да. Хочешь, я тебя познакомлю с своей бабушкой? Какой кто? Кто? О, чёрт, или белые! Подсничники. Заебали подписчики. Как? Это ты! Кто я-то? Ну ты! Ты тот самый! Кто? Ну ты! Фринберг какой-то! Блин, какая нежная встреча! Не говорите, какая встреча! Привет-привет! Я сегодня Большой Гарри! Здрасте! Здрасте! Хочешь, я тебе кое-что покажу? У меня телефон... Мне сегодня бабушка новый телефон подарила. Айфон, да. Хуя ты приколист. Айфон! Она, правда, из этого на Авито нашли, но ничего не плохой, да. Меня зовут Большой Гарри. Мне бабушка сказала искать невесту. Я в интернете зашел, посмотрел, где можно найти невесту. Она там сказали, что можно найти в чат-рулетке, между прочим, да. Какой прикид. О, да, Даси, Филя, это ты, Филя? Бля, вообще один в один. Это же я. Филя, ты до сих пор не умер от любви? Я за тебя умру. Я за тебя умру. Посмотри в глаза. Вы подходите друг к другу. Ну, вообще-то я уже нашел невесту. Она сказала, что приедет ко мне сюда. Я не знаю, правда, неправда. Ну и вот недавно буквально вот видео листала и сказала, на приедет, да. Она что, офигела? Ты наш, ты понял? Мы тебя никому не отдадим. Естественно. Ты
А я качаюсь. Я хожу в спортзал. У меня спортзал нет, у меня дома спортзал. Мне дедушка сделал гантели. И этот, как вот, турник называется. Я подтягиваюсь 10 раз. У меня бицепс скоро будет большой, да. Здрасте. Здрасте. Так, Клаус. Девчонки, привет. Привет. А как вас зовут? Меня зовут Большой Гарри. Да. Мне бабушка так называла, Большой Гарри. А я читал в интернете, но мне в интернете нельзя сидеть. Я как бы это в чат-рулетке, то сижу, пока бабушка спит. Потому что, говорит, там плохие люди. Хотя сама и сидит, да, сучка. Вот. А так я это. Захожу иногда, ну, посидеть так, в чат-рулетке, познакомиться. Мне невесту искать можно. Надо невесту играть. Мне 43 года, а я без невесты. А я в Обалдуево живу. Если спросите, где найти Большого Гарри, он скажет, в Обалдуево в этом. Как называется? Я не помню. Если приедете в Обалдуево, вы спросите, а где живет Большой Гарри? И он скажет, это, улица, бля, я не выговариваю, это улица, бля, не очень серьезно. Короче, они вам покажут, да. Здрасте. Меня зовут Большой Гарри. Большой Гарри меня зовут. А как тебя зовут? Знаешь, что там? А у тебя есть татуировка на руке? Покажи, блин! Вообще татуировку, типа, коли демоны всякие. А я хочу татуировку. Но я сейчас пока не выхожу. Я коплю, мне дают по 100 рублей в день. А я коплю на татуировку. Ну, сейчас мне как бы коронавирус. Меня никуда не отпускают. Я вот попозже выйду обязательно и наколю себе татуировку. Я хочу себе Спанч Боба наколоть. Буду всем говорить. Привет, Патрик. Спанч Боб, да. Блять, у меня шиза сейчас разовьется. Мужчина после этого диалога. Я люблю Патрика. Я смотрю Патрик, ну эти вот, мультики Патрик. Мистер Крабс. Да, мне нравится. Они клевые мультики, я обожаю. Здрасте. Меня зовут Гарри. Меня Лера. Меня Большой Гарри называют. Меня Большой Гарри, да. Понятно. А знаете, что я тут делаю? Что? Я ищу невесту. Между прочим. Есть? Да, между прочим. Ничего себе. Сука, я не могу. Я хочу быть супергероем. Каким вообще? Я хочу быть Дэдпулом. Там, да, он там, типа, Дэдпул, я хочу как Дэдпул. Я даже научился говорить как Дэдпул. Мои французские булки. Капитан Дэдпул. Никаких торгов с гонаэтами. Да, только никому не говори. Блять, я не могу, даже комментариев никаких уже нет, просто мужчина. Бомба-ветки. О, Чубакка, это ты? Нет, это, походу, Филипп Киркоров. Сука, ну что? А, точно, натуре, слышишь. Да. Невеста, это хорошо. Я уже нашел одну невесту, ее зовут Аня, ей 33 года, и, короче, она меня любит уже. Серенький! Я люблю тебя, сука! Когда я родился, 7700, и меня назвали Большой Гарри. А вы любите мультики смотреть? Да, конечно. Я тоже обожаю мультики смотреть. Мне сам самый мой любимый мультик это этот Спанч Боб. Моя подруга вообще да. Привет, Патрик. Обожаю просто его. Это потрясающе. Бля, офигенно. Да, я люблю мультики смотреть, я запоминаю фразы всякие там. Мистер Крабс. Спанч Боб. Да, охрененный мультик. А еще я люблю фильмы разные. Я фильмы люблю Гарри Поттер смотреть. Там самый такой маленький дымовой, это Добби называется. Он, да. Он так прикольно разговаривает. Я сейчас, как он говорит... Гарри Поттер любит Добби. Добби подарил Гарри Поттеру носок. Да, это мой любимое кино. Да.
мультик мой самый любимый, это Спанч Боб называется, между прочим. Мой тоже, кстати. Я люблю, да, Губка Боб, да. Он, как там, это... Привет, Патрик. Спанч Боб. Да, Патрик, мистер Крабс. Мне вообще нравится этот мультик, я обожаю его просто. Патрона! Эксперту Патрона! Мы тут просто лысого гоняем, а то потерялся. Клей-момент. Короче, это супер, сейчас подписывайтесь на него. Спасибо за просмотр, не забывайте комментарии, пожалуйста. А то Аня меня разлюбит.